Всем привет! Мы совершаем легкую велосипедную прогулку по берегу Дуная. Паромщик багром отталкивается от берега. И сейчас опять вот на эту шарнире. Или как он это? Как оно называется? Кто подскажет? Кто знает, а? Кто знает, как оно называется? И вон уже на той стороне сидят велосипедисты. Туристы вон идут, которые ждут паром. Вот они. Как было в одном интересном фантастическом рассказе. 4 дня без отдыха, но что ни говори, работа-то на воздухе,
и главное, с людьми. Это у нас кто такой? Какая интересная у него фигня. Ох, какая интересная фигня. А вот еще один на электронной доске. Вот звери, блин, а? Это велосипед, на котором я сюда приехал. Не аккумуляторный. Обычный, нормальный велосипед. Ну и, естественно, моя каска. А это военная, блин, техника нафиг. Да. Главное, когда стоишь, ветра никакого нет. Когда едешь, сумасшедший ветер. Где там у нас тут баржа? Вот она. Это баржа. Я вот хотел заснять лебедей, думал, будем ехать назад, сниму лебедей, чтобы вы посмотрели, как они вот семейками купаются, плавают. Но видно, они уже куда-то спрятались, спать залегли, потому что сейчас уже около 6 часов вечера. Увижу, сниму, нет, значит, в другой раз.
Это мост через Дунай, автобан. Ну все, прогулка, можно сказать. Не видно, зато слышно. Прогулка уже заканчивается, подходит к своему завершающему этапу. Мы уже въехали на территорию города и сейчас направляемся в магазин за мороженым. И о мороженом. Вот конечная точка нашего веломаршрута. Потом останется еще доехать до дома. Едем за мороженым, тра-ля-ля-ля-ля.